На днях я наткнулся на интересную картину и сразу же решил ее повторить. В этом направлении рисую впервые. Называется она импрессионизм или экспрессионизм. Не знаю, в чем разница, загуглите. Что сказать о процессе? Да нечего тут говорить, просто стараюсь повторить оригинал, что в принципе невозможно. Итак, после 3 часов возни и мазни получилось вот это. Результатом доволен. А вы что скажете?